Так вот, Вячеслав, запас корма для животных. Тут вагончик мы его продавали. Ух ты, какие смешные ребята. Ага. Такие маленькие, да? Ну как бы, ну я просто в живом виде тех, кто едят, не видел ни разу в живом весе. Летнем фоне на зеленой траве казалось, ну такая тарка приличная. Когда стала спадать зеленая трава и появилась желтая, на желтом фоне я все время мне казалось, что мало. Но я проводил инвентаризацию, сделал раскол, прогоняя через раскол, считаю их. А у меня есть недостача, две головы. А, значит, куда делись? Ну, вероятно, что-то. Кто-то помог? Да. Значит, я чувствовал значительный, мне правда давно люди подсвечивают, что я уже ослаб. Но невозможно. Ну что, тяжелее стали однозначно. Вообще нереально, то есть я там завалить не мог. Мне надо укол ей поставить, я не могу ее завалить.